Итак, всем привет! Сейчас у нас с вами будет небольшой такой обзор, мини, можно так сказать, обзор. С вами Клонова Аня, проект Фаберлик Онлайн, забыла представиться, по нашим новым молекулярным БАДам. Это уже часть 6 или 7, запуталась. Итак, мы с вами посмотрели, получается, мочевыделительную систему, половую систему и так далее в предыдущих роликах. А в этом ролике посмотрим восполнение необходимых веществ. Это мультивитамины для мужчин именно до 40 лет с артикулом 157.03. Кстати, в этом ролике не говорила, сайт очень удобный, тут можно пройти тестирование. Вам задают вопросы, вы на них отвечаете, и система выдает вам те БАДы, с которых вам нужно начинать пить. Лайт-версию, миди, макси-версию и так далее. Очень интересно пройти тестирование и все узнать на сайте faberlic.molecula.ru. Также на официальном телеграм-канале компании Faberlic вы можете увидеть записи очень подробных роликов. То есть сейчас будет Александр Эдигер, он будет рассказывать все самое основное для вас. А еще есть часовые видео, которые сейчас идут, часовые обучения, их уже 7 или 8 на YouTube-канале в отдельном плейлисте, поэтому если вы их не нашли, если вы не подписаны на официальный телеграм-канал компании Faberlic, то обязательно пишите мне, я вам вышлю этот плейлист, если он вам будет нужен. Там только те, которые пока он успел провести. Обучение сейчас ведется очень активно, еще впереди много вебинаров, а сейчас пока поговорим вкратце вот о том, что у меня в руках. Все БАДы идут молекулярные, составы наичистейшие, клевые, классные. Биологически активная добавка к пище, мультивитамины и минеральный комплекс для мужчин до 40 лет. Артикул 157.03. Что он делает? Он содержит все необходимые витамины и минералы для мужчин до 40 лет. Улучшает общее состояние. Очень нравится, что тут есть дигидрокверцетин, комплекс макро- и микроэлементов. Очень, кстати, много тут и пиколинат, и молибден, и йод, и селен. То есть, ну, такой классный состав. Витамины жирорастворимые. Это Е, Д3, К1, К2, В1. В2, В5, витамины водорастворимые, да, уже пошли. Форма выпуска у него идет 60 капсул по 747 миллиграмм. Крышка, кстати, пластмассовая у них в этот раз. Вот, о, слушайте, да, упаковочка такая вот уже, блестюнчик. Так вот они выглядят. И плюс ко всему эти витамины, вы также капсулку можете раскрыть и высыпать. То есть это обычная капсулка, которую можно глотать или раскрывать и пить, как вам будет удобненько. 60 капсул по 747 миллиграмм. Применять нужно взрослым по 2 капсулы один раз в день во время еды. И продолжительность приема 1 месяц. При необходимости можно повторить. Вот такие вот классные мультивитаминки. Далее мультивитамины для мужчин 40+. Они тоже идут с пластмассовой крышкой. Также имеют в составе очень много интересных таких уже веществ. Там альфа-липоевая кислота, лимонник китайский и так далее. Форма выпуска у него идет 60 капсул по 1002 мг. Тут уже все намного серьезнее. Мужчинам 40+, уже обмен веществ замедляется и, конечно, надо больше. Помимо вот такой крутой аннотации, которую вы видите не только тут, но и сбоку, есть еще очень классная таблица. Тут просто В12, Д3, К2, К1, витамин В2, биотин, фолиевая кислота, селен, молибден, пантотеновая кислота, железо, цинк, витамин ПП. В общем, очень много, очень-очень богатый состав тут идет. И применять по 2 капсулы один раз в день во время еды. При необходимости прием можно повторить в течение года. Классно, классно, здорово. Я счастлива, что в компании Faberlic появились такие БАДы. Следующий БАД — мультивитамины для женщин 40+. Классно, что они все идут с разными полосочками. Я так понимаю, это они. А, да, 40+. Артикул 157.05. Крышка тоже не железная, пластмассовая. Видите, есть железная, есть пластмассовая. Что же нам этот комплекс говорит? То, что это сбалансированная смесь витаминов. Сбалансированная смесь витаминов, минералов, антиоксидантов для уникальных потребностей женщины до 40 лет. Улучшает общее здоровье и самочувствие. Плюс ко всему. Ну, понятно, как говорят, у нас болезни от стрессов или от нехватки витамин. Даже плохое настроение может быть из-за того, что каких-то витамин не хватает или какие-то жители нежелательные в организме приперлись и живут, как у меня, как мы прикалываемся. Итак, форма выпуска тут идет 60 капсул по 673 миллиграмма, масса нетто 40 грамм. На упаковочках, кстати, тоже всегда подписан состав. Все упаковки, все выпуски, в принципе, все видео, они все идут пластмассовые. Очень доверяю компании Faberlic, всегда пью ее продукты и, конечно, для меня
вот сейчас очень важно понимать, что компания очень сделала широкий жест в сторону здоровья, здоровья своих консультантов и так далее. Ну и состав тут просто бомбический. В общем, ставьте на паузу, читайте составы, все. Этот ролик будет очень подробный, хорошо смонтированный. Так, хорошо, до 40 поговорили, я вам все показала. Следующий БАД — мультивитамины для женщин Форте. С такой яркой уже полосочкой. Форты идут, артикул у них 157.06. Он содержит все рекомендуемые витамины, микроэлементы в оптимальных дозах для здоровья женщины уже после 40 лет. Ну вот, я так понимаю, мне сейчас 39. Мне кажется, что мне и те, и другие уже подходят. У меня такой возраст, что мне подходят те и другие. Мне кажется, я те выпью, потом на эти перейду. И организм даже и не подумает вытряхаться и говорить рано то или поздно это. Артикул 157.06. Тоже очень богатый комплекс. Тоже очень длиннющий состав. Форма выпуска у него 60 капсул по 1041 мг. То есть, ну, такие уже серьезные дозы. Господи, что тут только нет. Кальций есть, железо, селен, D3, К2, B12. Ой, вообще, хром, К1, молибден. В общем, очень такой богатый тоже список. И прием 2 капсулы один раз в день во время еды. Очень удобно, кстати. Один раз в день во время еды. За завтраком выпили, и все. И весь день как бы витаминизируетесь, что ли. Классно, супер, просто супер. Так, давайте же откроем, посмотрим. Буду, конечно, мамам, папам брать. То есть, что мне доктор скажет. У меня уже все руки, видите, желтые в куркуме. После прошлых роликов куркума, она такая. Тут ее еще куркума называют. Ну, я просто куркума называю. Так, детских витамин. В ближайшее время они будут выпускаться. То есть, у нас будут детские витамины с артикулом 157.07. К сожалению, их пока нет в наличии. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Сегодня мы рассмотрим завершающую группу БАДов в линейке Fabrilic Molecular Force. Восполнение необходимых веществ. Убежден, что этот раздел всегда будет принципиальным в любом наборе средств, которые помогают восстанавливать или улучшать обмен веществ. С чем это связано? Речь идет вот о чем. При всей разнице в режимах питания, независимо от того, где человек живет, чем он занимается, живет ли он в городе или в деревне, живет ли он далеко за полярным кругом или близко к экватору, мы всегда обозначаем очень серьезную разницу в этих режимах потребления, в количествах и качествах исходных продуктов. Но есть одна общая для всех, неважно, касается ли это жителей островов Южных морей, жителей горных районов, например, Средней Европы или нашего Крайнего Севера, практически для нас, для всех, это есть одна очень важная особенность. Практически никогда в обычном режиме пищевого потребления мы не можем получать все необходимые вещества-регуляторы. Это касается витаминов и микронутриентов, то есть минеральных веществ, находящихся в составе, в первую очередь, металлоферментов и находящихся в, скажем так, в крайне небольших количествах. Эта грустная, назовем это так, закономерность была достаточно четко сформулирована сразу после Второй мировой войны, и было сформулировано в том числе рациональное потребление витаминов и микронутриентов, в том числе в адекватных дозах. Наш раздел линейки Fabrilic Molecular Force содержит 5 продуктов. Первый – это восполнение необходимых веществ для мужчин до 40 лет. Второй – восполнение необходимых веществ для мужчин после 40 лет. Аналогичный комплекс для женщин до 40 лет. И также комплекс восполнения необходимых веществ для женщин после 40 лет. И, разумеется, завершает это все для комплекс для детей. С чем были связаны эти, почему их этих комплексов 5? Главный посыл, который, собственно говоря, оказался для нас руководящим, заключается в том, что речь идет не только об адекватных дозах, которые, разумеется, будут варьировать в зависимости от возраста и пола, но речь идет о том, что к этим комплексам необходимо добавлять некие, назовем это так, компоненты, которые, ну, как минимум резко улучшат полезность и необходимость данного комплекса. Поэтому, с вашего позволения, я это сейчас обозначу. Итак, у нас есть необходимый набор. В первую очередь это водорастворимые витамины, витамин С и группа витаминов В, и в том числе биотин и пантотеновая кислота. Это группа жирорастворимых витаминов, это витамин А, бета-каротин, это витамин Е, это витамин D3 и 2 разновидности витамина К, витамин К1 и витамин К2. Это непременный набор того, что называется, это компоненты, которые трудно называть совсем уж микро, это в первую очередь железо, это цинк,
Это ионы хрома, молибдена, селена, которые абсолютно необходимы с точки зрения участия в регуляторных процессах, в первую очередь, назовем так, каскад нервной системы, эндокринной системы, периферии. А вот теперь об отличиях. Мы добавили ряд компонентов, в первую очередь антиоксидантных и, назовем это так, метаболизмоориентированных, и я их готов назвать. Комплекс, начнем с комплекса для детей. Детки получили у нас такие мощные антиоксидантные компоненты, как экстракты ягод, экстракты граната. С чем это связано? Это, разумеется, связано с необходимостью насыщения антиоксидантными компонентами уже начиная с самого юного возраста. В комплексе для мужчин до 40 лет имеется смесь гурохокеанических водорослей и дигидрокверцетин. Цель, очевидно, в первую очередь, это иммуномодулирующий эффект, и второй, дигидрокверцетин, это мощнейший антиоксидант. В комплексе для мужчин после 40 лет имеется следующий набор вновь водорослей. Бурые океанические водоросли ламинария аскофилом, китайский лимонник скизандрохинензис и альфа-липоевая кислота. Цель – коррекция обмена липидов в печени в первую очередь, восстановление нервной регуляции и иммуномодуляция. Комплекс для женщин до 40 включает в себя мощный антиоксидантный комплекс бета-беррис. Это набор ягод, содержащих пигменты, и некоторых экзотических плодов. Комплекс для женщин 40+, кроме указанного бета-беррис, также содержит смесь экстрактов бурых водорослей аскофилум и ламинария. Для женщин в возрасте 40+, как и для мужчин в возрасте 40+, нам было крайне важно заняться иммуномодуляцией и антиэйджингом. Этим целям и следуют эти добавки. Если говорить в целом о комплексах, направленных на возмещение необходимых веществ, давайте вновь уточним. Они необходимы каждому из нас в зависимости от возраста и пола. Они необходимы во все периоды нашей жизни, независимо от обстоятельств, независимо от образа жизни. Мы рассматриваем их, ввиду того, что мы постарались максимально создать адекватные дозы и адекватную композицию, мы рассматриваем их как необходимый компонент приема БАДов, линейки Faberlic Molecular Falls. На этом я позволю себе завершить наши с вами дискуссии, рассмотрение продуктов линейки. И надеюсь, что они окажутся для нас и полезными, и расширяющими горизонты нашего знания, и самое главное, соответствующими цели, для которых они были созданы. А созданы они были с одним единственным. Мы попытались достигнуть максимальной эффективности. Мы попытались войти достаточно глубоко в регуляторные проблемы с точки зрения регуляции нейроэндокринных процессов, метаболических процессов. Итак, перед вами линейка продуктов Faberlic Molecular Falls. Далее, антипаразитный комплекс. Ну, конечно, куда же без него? Куда же без антипаразитного комплекса? Всегда все нужно начинать. Ну, смотря кого вы хотите накормить, очень много людей тешатся надеждами, что нечистые, сдают там неправильные бесплатные анализы и так далее. Ой, если сдать платные анализы, то, конечно, эффект будет немножко другим, более разочаровывающий и так далее. Поэтому мне кажется, что вот мой врач говорит, не то чтобы мне кажется, я имела в виду, что нужно врачей слушать, вот что мне кажется. И мой врач говорит, что надо чиститься 4 раза в год. Это ее мнение субъективное, врач общей практики. Пусть и не хирург, но и педиатр, и роды принимала. 25 лет стаж, нутрициолога имеются, корочки и так далее. То есть очень хороший врач общей практики, сильный врач, лечит людей. И, конечно, она всегда говорит, что чиститься надо 4 раза в год. Артикул 156.97. У нас уже есть антипаразитный, кстати, комплекс. Я его пью, пьет вся семья. И дочки мои 9-летние, мы тоже пропивали, но по половинке. Ну, сами понимаете, нельзя целую, можно половинку. Что тут есть? Фенхель, имбирь. Ну, очень хороший, да, такой состав. Он очищает организм от широкого спектра паразитов, улучшает работу ЖКТ и заодно выводит из организма продукты жизнедеятельности паразитов, что тоже очень важно. Они же опасны чем? Тем, что они могут грызть стенки сосудов, стенки органов и делать синдром дырявого кишечника, как говорится, нарушать слизистую и так далее. Форма выпуска 60 капсул по 792 миллиграмм. Продолжительность приема 1 месяц. Взрослым по 2 капсулы один раз во время еды. Далее такой бад, как очищение кишечника, 156.98 артикул. Ага, такой вот он темненький. Я считаю, что это очень важно, очищение кишечника. Обладает мягким слабительным действием, способствует нормализации естественной работы кишечника. Выводит из организма шлаки и токсины, и компоненты в составе оказывают противовоспалительное и восстанавливающее действие на организм. Очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо.
60 капсул по 752 миллиграмма. И смесь тоже очень классная. Тут есть и йод, и бета-глюканы, сенна, алоэ вера, солодка. Ну, в общем, хороший такой составчик тоже. Пожалуйста, чиститесь, будьте здоровы, чувствуйте легкость. Мне кажется, это очень-очень важно. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Сегодня мы поговорим об одной из самых проблемных, интересных, массовых и касающихся каждого из нас тем – очищение организма. Вряд ли можно найти тему, которая вызывала бы больше споров в научных кругах, в кругах медицинских практиков и в кругах, я бы так сказал, каждой нашей семьи или даже наших собственных внутренних диалогов, что такое очищение организма, является ли это проблемой как таковой, надо ли этим заниматься. Наш ответ, безусловно, да, и давайте несколько для начала базисных моментов. Великий отец и учитель мировой токсикологии Парацельс сказал гениальную фразу «Dosis facit venenum» – «Доза создает яд». Он, конечно, разумеется, имел в виду внешние яды, но когда физиология развилась уже до серьезных уровней, стало ясно, что большая часть ядов как таковых или токсинов – это яды внутренние. Это яды, которые являются плодами деятельности каждой клетки. Это то, что называется шлаки, это ненужные вещества, которые в лучшем случае бывают нейтральны, а в плохом случае являются чрезвычайно серьезными повреждающими агентами. Классический пример – это азотистые шлаки, так называемые, и в том числе мочевина, которую мы выделяем с мочой, потом частично, кишечным содержимым и даже иногда выдыхаем, если совсем становится плохо или нагрузка на те же почки становится избыточной. Итак, у нас есть экзотоксины – внешние яды, есть эндотоксины – внутренние яды. О внешних ядах можно говорить чрезвычайно много. Это практически вся среда обитания, она постоянно их подбрасывает. Это то, что содержится в воздухе, это промышленные. Это смолы, дымы, соли тяжелых металлов. Это могут быть яды крупных, сравнительно крупных животных. Например, комариная слюна, например, вкусы кого бы то ни было. Это могут быть самые наиболее частые из того, что у нас максимально есть. Это яды бактерий, грибков, что еще можно назвать в этой связи. То есть в данном случае все, что находится в максимальной близи от нас и в то же время является нашими почти неизбежными соседями. Что такое эндотоксины? Вот тут ситуация гораздо интереснее. Мы с вами существуем в симбиозе с несколькими килограммами бактерий, которые живут у нас в первую очередь в желудочно-кишечном тракте, в небольшой части в дыхательной системе. Их продукты жизнедеятельности тоже можно рассматривать иногда, не всегда, далеко не всегда, но тем не менее можно рассматривать как экзотоксины. Илья Ильич Мечников, великий наш ученый, осторожно полагал, что наше старение связано в первую очередь с тем, что у нас наблюдается кишечно-палочная интоксикация от того, что у нас избыточный рост кишечной палочки в толстом кишечнике. Он не был столь уж неправ, потому что мы, в сущности, то, что мы делаем с нашими бактериями, с нашими, в первую очередь, пробиотиками, мы боремся с засилием группы кишечной палочки в толстом кишечнике. А вот самая интересная группа эндотоксинов – это то, что происходит, это то, что вырабатывается у нас постепенно, постоянно, ежесуточно, ежесекундно. Это то, что мы должны отдавать те конечные продукты обмена, которые должны из нашего организма разными путями. Напомню, мочеводительная система и желудочно-кишечный тракт, кожа, органы дыхания должны выходить наружу. Для любого из нас есть интереснейшее состояние, не здоровье, не болезнь, состояние усталости, состояние хронического запора, состояние раздражительности, плохой работоспособности, плохого сна, которые могут быть объяснены плохой цвет лица, неуправляемая масса тела, в частности, например. Кстати, это не всегда неожиданное похудение, это чаще всего все-таки накопление, очень почти неуправляемое накопление массы тела. Это то, что мы называем, и правильно называем, мы называем это интоксикацией. И ответом на эту интоксикацию должен быть форсированный детокс. Форсированное избавление нас от токсинов. Как бы ни звучало это сложно, что такое детокс? Детокс всегда должен быть целевым. Он всегда должен быть очень правильно направлен на форсирование работы одной из детоксицирующих систем организма. Сегодня об этом поговорим. Первый продукт нашей группы, так называемое очищение кишечника. Сразу оговорюсь, не было цели устраивать просто слабительное. Не было цели просто избавлять от, скажем так, примерно до литра кишечного содержимого, которое будет форсировано удалено. Мы даем себе отчет, что мы должны максимально бережно относиться к той самой форсируемой части нашей детокс-системы, в данном случае к тонкому и толстому кишечнику. Компоненты нашего продукта. Первое – это комплекс экстрактов бурых океанических водорослей, в частности, ламинарии и фокуса. Мощные полисахариды, находящиеся там, в частности, фукоиданы, обладают универсальным противовоспалительным и иммунотропным эффектом и оказывают нормализующие действия не только на слизистую кишечника, но еще и на состояние флоры. В данном случае они выступают как некий, в том числе и
пребиотик. Экстракт солодки голой. Древняя, великолепная, из тибетской медицины, из древнего Китая. С эффектами фитогормонального спектра. Противовоспалительное растение. В частности, глицеризиновая кислота, которая содержится в солодке голой, обладает сильным и мембраностабилизирующим, и противовоспалительным эффектом на слизистую кишечника. Экстракт алоэ вера. Мощный антисептик, активно подавляющий группу кишечной палочки и в то же время обладающий противовоспалительным эффектом. И, наконец, александрийский лист или сенна. Это регулятор моторики кишечника, перистальтики, обладающий эффектом так называемой ритмической стимуляции, то есть формирующий вот этот 8-часовой цикл опорожнения кишечника. Строго говоря, сенна нам необходима как некий фоновый продукт, потому что сбор или наш продукт решает несколько более, гораздо сложнее задачу, чем просто избавление или опорожнение кишечника. Давайте подведем итоги по эффектам продукта очищения кишечника. Нормализует моторику, перистальтику кишечника. Обладает мягким, слабительным действием. Форсированно выводит шлаки и токсины. И, наконец, обладает значительным противовоспалительным и антибактериальным эффектом. Следующий БАД линейки Faberlic Medical Defos в группе продуктов для очищения – это антипаразитарный комплекс. Трудно назвать группу продуктов, которая была бы в большей моде сейчас или в большей актуальности в последние годы, чем группа либо лекарств, либо БАДов против того, что называется эктопаразиты. И это связано не с какой-то, скажем так, не с чьим-то предубеждением или с чьей-то ошибкой. Это связано с тем, что наш образ жизни постепенно меняется в сторону максимальных контактов с живой природой, с меняющейся живой природой. Эти контакты все более частые. И давайте назовем для начала группы целевой аудитории, для которых это актуально. Первое – это те, у кого есть домашние животные, в том числе экзотические. Вторая – это те, кто работает по долгу службы с животными или с продуктами жизнедеятельности животных. Это касается биологов, это касается и физиологов, и биохимиков, и многих-многих других. Третье – это те, кто путешествует, частые путешественники, в том числе в экзотические страны, то, что называется острова южных морей, в которых приходится контактировать с невероятным спектром эктопаразитов, начиная от простейших и заканчивая гельминтами. И, наконец, последнее – это все мы, потому что мы в повседневной жизни с огромным количеством, увеличившимся количеством контактов, мы непременно можем обменяться совершенно невидимыми подарками от эктопаразитов, ну, например, такими, как то, что называется, это уже раньше называлось яйцеглист. Это означает, что необходимо и часто, и регулярно заниматься профилактикой инвазий паразитарных и заниматься тем, что называется, даже не профилактикой инвазий, а тем, что называется предотвращение практически неизбежных инвазий. Например, при тех же путешествиях. Это означает огромное потребление данных продуктов. Итак, у нас продукт антипаразитарный комплекс состоит из четырех главных компонентов. Первый – это экстракт коры муравьиного дерева или подарко. Это экстракт гвоздики. Это экстракт имбиря и экстракт фенхеля. С чем связан такой подобный выбор ингредиентов? Каждый из них обладает достаточно мощным набором как антипротозойной, так и антигельминтной активности. Это первое. Второе, находясь в комбинации, можно позволить себе не очень высокие дозы. То есть они начинают синергировать друг с другом. Третье – это то, что мы отдаем себе отчет. Атака эктопаразитов никогда не бывает в составе одного паразита. Мы должны исходить, если мы имеем дело, например, с приобретенным щенком, или оказавшись где-нибудь в районе экватора, мы должны отдавать себе отчет, что в любом случае мы получим, скорее всего, мы получим с высокой вероятностью несколько видов паразитов одновременно. Следовательно, спектр активности должен быть максимально широким. И самое главное, мы обязаны в этой ситуации исходить из того, что любая паразитарная атака, даже если она пройдет незамеченно для организма, будет оставить по себе след в виде хронического воспаления, хронического энтерита или хронического колита. То есть все четыре компонента, которые я назвал, кроме выраженной антипаразитарной активности, обладают еще и противовоспалительным эффектом. Итак, давайте подведем итоги, на что способен антипаразитарный комплекс. Оказывает общее антипаразитарное действие широкого спектра. Выводит из организма продукты жизнедеятельности паразитов. В целом улучшает работу желудочно-кишечного тракта. И, наконец, оказывает выраженный противовоспалительный эффект. В следующем видео мы продолжим рассмотрение продуктов линейки Faberlic Molecular Force. Итак, следующий БАД идет контроль сахара. Признаюсь вам, недавно ходила на УЗИ, не очень щитовидка у меня себя ведет. Сказали, что может начаться сахарный диабет. Ну, вы знаете, столько езжу везде, жру в разных местах, что попало. Я не могу сказать кушаю. Я специально сказала слово жру. Вот поэтому не докапывайтесь до меня, пожалуйста. Да, я могу там с собой брать омегу, там живицу и так далее. Но все равно, когда ты много кушаешь в кафешках, там всякой чушь
лучше подсыпают все-таки, чтобы было повкуснее. Поэтому спрошу врача, может быть, это мне тоже надо пропить. Конечно, все разом пить мы не будем ни в коем случае. Ну, мужчина мой мужские попьет, я женские. Ну, вот будем смотреть. Итак, значит, контроль сахара 156,83. Состав тоже шикарнейший. Он восстанавливает пораженные клетки нервной системы и сосудов. Да, здорово. Не является лекарством, но это понятно. Тут очень интересный состав. Некоторые даже вещества очень сложно читать. Допустим, коричный альдегид, альфа-липоевая кислота, витамин В6, хром, фукоксатин, ундарии перистой. Ну, такие вот интересные названия, но это нужно и важно. Раз такой состав придумали, значит, нужно и важно. Далее, поддержка для зрения, 157,09 артикул. Они самые красивые такие, видите, такие прикольные бадики. Значит, что он делает? Тут идет витамин А, лютеин, зеаксантин в составе. Принимать по 2 капсулы один раз в день во время еды. Область применения – биологически активная добавка. И форма выпуска 60 капсул по 465 миллиграмм. Так, сроки у всех очень хорошие пришли. Великолепно, просто великолепно. Ну и последний БАД, который пришел. Кстати, они дорогие. Они, ну, не 3000, конечно, но до 2000. Вся ценовая политика. Есть 1500, есть 1600, есть 1800 БАДы. Как бы такие, не дешевые. То есть чувствуется, что качество во всем. Потому что в БАДе, там, не знаю, за 300, за 600 рублей, это уже поддерживающие БАДы. А если хочется именно на лечебное, то, конечно, только это. Ну и что больше всего я ждала отдельно, это антиоксидантный комплекс, тоже с хорошим чистым составом, артикул 156,99. Он защищает организм от свободных радикалов, которые повреждают клетки, вызывают преждевременное старение. Ну что это? Вино, кофе, сигареты, там, не знаю, жизнь в центре города, чипсы, все, да, все пакости, вот, пожалуйста, защищает организм от всей пакости. Содержит астаксантин из натуральных микроводорослей, витамины С и Е. Кстати, астаксантин. Господи, у меня же доктор мне давала ссылку на астаксантин с Вальберис. Я не знаю, заказали мы или нет. Но вот же ж я ей сейчас позвоню, скажу, что астаксантин теперь есть у нас. Так, ну, нужно посмотреть. Далее, значит, экстракт черники и ягод асаи. Обладает мощным антиоксидантным и антивозрастными свойствами. Ну что ж, все хорошо. Форма выпуска 60 капсул по 503 мг. Взрослым по 2 капсулы один раз в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. Вот, кстати, да, надо обязательно спросить. Такие вот хорошенькие. Вот. Посмотрите, меня как кошка цапнула. Ну, вот, в принципе, и все. Все здорово, классно, великолепно. Я очень счастлива. Жду детский комплекс обязательно, чтобы его покушать наконец-то. Ура, ура. И не забываем, дорогие мои, когда вы заходите на сайт, вы придумываете логин, пароль обязательно. После того, как вы уже зашли на сайт, вот 3 точечки сверху, нажимаете. И тут у вас будет пройти тестирование, результаты вашего тестирования, профиль пользователя, БАДы, выход. То есть вот тут в разделе БАДы вы можете очень подробно обо всем почитать. Мы с вами смотрели и нервную систему, и иммунную, и так далее. Будьте здоровы! С вами была Гуменова Аня. Уважаемые коллеги, здравствуйте! Сегодня мы поговорим об одной из сложнейших и, пожалуй, самых важных категорий того, чем мы занимаемся с вами. Мы ведь с вами пытаемся корректировать, активно воздействовать, максимально улучшать то, что называется здоровый образ жизни. Категория невероятно сложна и, кстати, имеет очень небольшое историческое прошлое. Здоровый образ жизни сформировался, во-первых, как цель изучения, а во-вторых, как некие достижения информационные сформировались уже после Второй мировой войны. Что это означает? Это, по-видимому, комплекс мер, который должен принимать сам человек, и комплекс мер, в которых ему должна помогать его социальная среда, начиная от семьи и кончая обществом в целом, для того, чтобы он был максимально активен, максимально успешен и как можно реже болел максимально долгое время. При всей примитивности того, что я сейчас сказал, здоровый образ жизни – это невероятно многофакторная категория. И это означает, что ее надо и изучать, исследовать ей, и воздействовать на нее всеми возможными и доступными способами. Хорошо ли изучен сейчас образ жизни как таковой с точки зрения биологической, физиологии, биохимии, медицины в целом? Доложу я вам, что есть еще очень много проблем, есть еще много дискуссионных вопросов, но главные, назовем это так, постулаты уже сформулированы. Нам предстоит, и нам с вами, и любому из тех, кто последует
так сказать, окажется нашим учеником и нашим последователем, придется следовать очень сложным путем, потому что мы постоянно сталкиваемся с тем, что называется поведение, противоречащее здоровому образу жизни. Речь идет не только о малоподвижности, о варварских нарушениях режима питания с огромным количеством, скажем так, гиперкалорийной пищи или невероятные дисбалансы, связанные с нарушениями соотношения белков, жиров, углеводов. Это ситуации, когда есть увлечение экстремальными диетами неоправданное, есть ситуации избыточного, назовем это так, избыточных физических нагрузок, иногда с благой целью, но работающих с точностью да наоборот, убивающих и калечащих организм. Есть очень много того, что называется поведение против здорового образа жизни. Сегодня я хотел бы коснуться одной из сторон, которые, назовем это так, являются ежедневными, повседневными и постоянно вторгающимися в то, что мы называем состояние здоровья здесь и сейчас. Мы говорим с вами о питании. Режим питания. И речь идет в первую очередь о двух моментах. Самый простой момент и в то же время очень сложно измеряемый – это соотношение потребляемой энергии с энергией расходуемой. Совершенно очевидно, что профессиональный спортсмен или работающий физически должен получать существенно больше энергии, переведенной и измеряемой в килокалориях, чем находящийся в спокойном режиме или, скажем, проводящий время в стенах своего дома. Это совершенно очевидно. Но, тем не менее, эти энергетические расходы и энергетические поступления должны быть очень хорошо сбалансированы. А второе – это задача невероятной сложности вновь. Это соотношение пищи, потребляемой пищи, соотношение и доведение до каждого из нас оптимальных количеств, базисных веществ, я рискну их назвать. Это, в первую очередь, протеины, белки, это жиры, это углеводы в формах моно- и полисахаридов, это минералы или микронутриенты, которые необходимы для существования, в том числе наших ферментативных систем, это витамины, это вода в нужных количествах. И все это должно находиться в комплексах, которые можно назвать следующим образом, то, что называется здоровая пища. Если говорить о нашей с вами сфере профессиональной, мы обязаны подчеркнуть и очень точно уточнить момент. Когда мы говорим о биологически активных добавках пищи, сам по себе термин предполагает, что существует некая хорошая пища, полноценная, а мы лишь что-то корректируем. И да, и нет. С одной стороны, биологически активные добавки к пище сейчас современного уровня – это не просто возмещение отсутствующих или недостаточно поступающих с пищей веществ. Это всегда или почти всегда активное воздействие на обменные процессы. Это означает, что биологически активная добавка к пище, БАД, является средством активного воздействия, средством активной помощи, средством активной профилактики патологических процессов или того, что мы так любим называть состоянием ни здоровья, ни болезни. Итак, продукты, БАДы, линейки Faberlic Medical Foods, имеющие отношение к здоровому образу жизни. БАД линейки Faberlic Medical Foods под названием «Контроль сахара». Сразу начну с цели создания данного БАДа и области, в которую он активно входит. Обмен углеводов является одним из не просто принципиальных разделов обмена веществ, но еще и одним из наиболее уязвимых. И ситуация идет не только о широко известной теме под названием сахарный диабет первого и второго типа, о теме, которая называется преддиабет, о теме, которая называется метаболический синдром, о всех нарушениях обмена липидов, в частности, избыточной массы тела, при которой бесспорно и почти всегда нарушен обмен углеводов, это ситуация, которая далеко выходит за пределы какой бы то ни было клинической темы, за пределы диагноза или даже нескольких диагнозов. Это означает, что мы практически всегда, когда мы хотим коррегировать наш обмен, улучшать наш обмен, неважно, к какому разделу это относится, мы обязаны в качестве фонового продукта получать БАД, активно влияющий на обмен сахара. В составе БАДа можно выделить две группы компонентов. Первая – это фитокомпоненты. Джимнема, ундария перистая, эмблика или амла и коричник. И вторая группа – это альфа-липоевая кислота, витамин В6 и хром. Сразу необходимо обозначить эффекты. Джимнема и амла или эмблика являются мощными активаторами системы чувствительности к инсулину. Это означает, что мы вследствие этого получим значимое снижение уровня глюкозы крови. Альфа-липоевая кислота является мощнейшим антиоксидантом и регулятором обмена, в том числе как углеводов, так и липидов в печени. Хром – это интереснейший минеральный стабилизатор состояния обмена ферментов гликозидаз как в печени, так и в мышцах. Витамин В6 или пиридоксин – это компонент, который чрезвычайно активно занимается восстановлением пораженной нервной системы. Давайте сразу
ряд моментов обозначим. Нарушение обмена глюкозы, нарушение обмена углеводов в целом, означает несколько тяжелых, назовем это так, означает несколько мишеней, организменных мишеней, которые являются, так сказать, наиболее уязвимыми в этом смысле, которые страдают не только с точки зрения нарушения энергетического обмена, но при которых происходят абсолютно конкретные клеточные повреждения. Это две системы. Это центральная периферическая автономная нервная система, и это эндотели сосудов, в первую очередь, так называемая микроангиопатия или эндотелий мелких артериол и капилляров. Это означает следующее, если мы коррегируем обмен веществ с точки зрения нарушения обмена углеводов, при всех сложностях биохимических механизмов нам с вами необходимо не просто нормализовать уровень глюкозы крови, нам необходимо еще и репарировать, восстанавливать те нарушения, которые уже наступили. Что такое нарушения, наступившие уже? Это ведь может быть несколько месяцев, может быть полгода, может быть максимум год. Ситуации, при которых уровень глюкозы крови в той или иной мере бывает эпизодами повышен, когда немножко повышается масса тела, когда человек начинает отмечать повышенную утомляемость, раздражительность, он вдруг становится менее коммуникабельным. Я обозначил только самые, назовем так, наиболее значимые, наиболее простые симптомы. И в этой связи мы с вами не просто снижаем уровень глюкозы, вновь повторяю, мы занимаемся восстановлением повреждений. Итак, эффекты БАД, коррекция уровня глюкозы крови. Эффективно снижает уровень глюкозы крови. Эффективно восстанавливает чувствительность к инсулину, клеток, тканей и органов организма. И, наконец, репарирует, нормализует состояние поврежденных клеток, в первую очередь центральной нервной системы и сосудов. Следующий продукт – антиоксидантный комплекс. Сейчас совершенно очевидно, что в сути большей части патологических процессов является нарушение так называемого оксидантного и антиоксидантного баланса клеток. Как правило, это так называемый ацидоз, это повышенная кислотность как внутри клеток, так и вне их, внутри ткани. Иногда это сопровождается оксидативным стрессом, так называемым, в случае тяжелых повреждений. Это означает, что антиоксидантные комплексы вещества, в первую очередь природного происхождения, являются моментом совершенно принципиальным и являются вновь необходимым практически всегда. Это означает, что антиоксидантный комплекс должен быть получен практически при всех ситуациях, связанных с нарушением кровообращения, с нарушением нервной регуляции, с хроническими воспалительными процессами, практически всегда. В первую очередь, не даже не в первую очередь, а в том числе и при хроническом стрессе, это означает практическую универсальность данного БАД. Последние лет примерно 20 происходил всемирный поиск мощнейших антиоксидантов, наиболее мощных, и более того, состоялся то, что называется всемирный чемпионат. Я предлагаю вам рассмотреть в составе антиоксидантного комплекса следующие компоненты. Первое – это астаксантин, экстракт водорослей Haemococcus pluvialis. Это экстракт асаи, ягода асаи или бразильского винограда. Это экстракт черники антоцианы. И два витамина – витамин С и витамин Е. Несколько слов об ингредиентах. Астаксантин, бесспорно, сейчас является наиболее мощным оксидантом природным, выявленным, выделенным. В первую тройку антиоксидантов, а может быть даже на второе место по разным исследованиям, входит легендарная ягода асаи. Невероятно, называется, политопный или многосторонний эффект имеют комплекс антоцианов черники. Скажем так, вряд ли трудно, вернее, трудно подобрать более эффективную троицу, которая находится наверху пирамиды известных веществ антиоксидантов. И два витаминных антиоксиданта, витамин С, аскорбиновая кислота и витамин Е, которые идеально дополняют этот набор. Зачем это нужно? Трудно назвать патологические состояния или проблемы, связанные с состоянием здоровья, при которых антиоксидантный комплекс был бы, называется, нежелателен, или когда состояние, при которых его не обязательно было бы принимать. Тем не менее, я готов выделить одну группу состояний, при которых это важно наиболее. Это заболевания сердечно-сосудистой системы или состояние, называется, после этих заболеваний, когда необходимо восстановление, репарация, в первую очередь, миокарда и эндотелия сосудов. Вот здесь этот комплекс максимально нужен. Подводим итоги. Эффекты антиоксидантного комплекса. Защищает организм от свободных радикалов, повреждающих клетки и вызывающих клеточное старение. Второе. Содержит наиболее мощный на сегодняшний день из известных антиоксидант астаксантин и витамины С и Е. И третье. Комплекс из черники и ягод асаи оказывает синергичный с указанными компонентами мощный антиоксидантный эффект. Следующий БАД линейки Faberlic Molecular Force – это комплекс для укрепления волос и ногтей. Самое любопытное, что существует два борющихся противоположных мнения. Является наша кожа, волосы и ногти
отдельно существующим органом, соответственно, независимым, с собственной иммунной системой, с собственной системой обмена веществ, или являются указанные органы не более чем зеркалом нашего общего обмена. Самое любопытное, что, скорее всего, верно компромиссное мнение, потому что и то, и другое, в сущности, является верным. Но, тем не менее, для того, чтобы укреплять волосы и ногти, мы должны подходить к этому с точки зрения высокой биохимии. Мы должны подходить к этому, правильно доставляя структурные элементы, правильно управляя эластичностью, например, тех же волос и ногтей, и правильно управляя в том числе и скоростью, и ритмом репарации или размножением тех же волосяных луковиц или клеток корня ногтя. Компоненты, которые есть в данном комплексе. Первое – это высокорастворимый кератин. Второе – это экстракт хвоща полевого. Третье – это витамин С. Четвертый – это экстракт бамбука. И, наконец, биотин. Давайте разберем по ингредиентам, на что способны, что дают данные компоненты. Первое и, пожалуй, принципиальное – это растворимый кератин. Чрезвычайно тяжело доставить этот белок. Эти попытки были много лет тому назад впервые проведены. Очень тяжело доставить его из-за его очень скверной растворимости. Доставить в места, где он необходим для того, чтобы формировать собственные кератины человека. Это и роговой слой кожи, это волосяные луковицы, и волосы, и ногти как таковые. Хвощ полевой невероятно эффективен с точки зрения формирования эластичности волос и ногтей. Бамбук, благодаря содержанию кремниевой кислоты, также занимается формированием структурного каркаса этих образований. Витамин С бесспорно очевиден как мощнейший антиоксидант, а ведь антиоксидантная функция в придатках кожи и в самой коже является одной из принципиальных. И, наконец, биотин. Биотин – это активный кофактор, соорганизатор синтеза собственного кератина. Кроме того, очень хорошо помогает усвоению железа в ситуации, когда нам необходимо железо инкорпорировать в придатки кожи в том числе. Обратите внимание, эффекты разные, но на выходе должно быть следующее. Ведь так называемый блестящий, гладкий, ровный характер поверхности волос и ногтей без, скажем так, без участка шероховатости, без нарушения эластичности является зеркалом не только самого состояния кожи и придатков кожи, но еще и отчасти зеркалом всего организма, состояние здоровья отдельных органов и в первую очередь печени. Поэтому, давая данный комплекс, мы опосредованно влияем при его успешности, мы опосредованно показываем и влияем на взаимодействие внутренних органов и кожи как таковой, и ее придатков. Итак, эффекты. Содержит высокобиодоступный растворимый кератин. Нормализует эластичность кожи, волос и ногтей. Восстанавливает и укрепляет структуру волос и ногтей. И, наконец, улучшает кровоснабжение кожи и подкожной клетчатки. БАД – поддержка зрения. На мой взгляд, один из самых актуальных в линейке. Это связано с массовостью проблемы. И причем не просто массовостью, но проблемы, которые далеки от формальных диагнозов. Это означает, в первую очередь, редкость обращений за медицинской помощью, и это означает высокую потребность в самопомощи. Что это в первую очередь? У нас есть группы людей, к которым относимся почти все мы, которые проводят много часов в день за компьютером, за рулем автомобиля, в условиях перемежающегося не всегда хорошего освещения, и в том числе жители, в первую очередь жители мегаполисов, которые получают огромные порции того, что называется городская пыль, пылевые аэрозоли, жидкостные аэрозоли. Это означает, что глаза, орган зрения являются мишенями для массы повреждающих факторов. Я особо выделил бы в первую очередь усталость глаза. Но это означает еще в том числе, что мы должны бороться со всеми этими проблемами максимально эффективно. БАД содержит следующие компоненты. Первое – это экстракт тагетиса из двух базисных производных бета-каротина или ксантинов, которые называются лютеин и зеаксантин, кстати, находящиеся в оптимальных дозах. Это, безусловно, экстракт черники, без которой невозможен квалифицированный подход к проблемам зрения. И это витамин А или бета-каротин. Обратите внимание, мы ввели в состав практически максимально эффективные компоненты, имеющиеся в природе на данный момент. Итоги эффекта БАДа – поддержка зрения. Первое. Активно борется с синдромом усталости глаза. Второе. Укрепляет, сохраняет остроту зрения. И третье. Позитивно влияет на микроциркуляцию в тканях глаза, кровоснабжение и кровообращение во всем комплексе органа зрения.
Уважаемые коллеги, в следующем видео мы продолжим рассмотрение продуктов линейки Faberlic Molecular Force.